30 мая на территории городской поликлиники Каспийска состоялась акция отказа от табака. Организаторами выступили студенты медицинского колледжа имени Азиза Алиева и сотрудники городской поликлиники. Сегодня мы проводим акцию «День против табака». Наша цель – предупредить граждан не только этой страны, но также всех, чтобы они улучшили свое здоровье и также не употребляли никотинсодержащие продукции. В процессе акции студенты раздали буклеты, на которых было рассказано о последствиях от употребления табака, а также вручали конфету в обмен на сигарету. Будут проводиться такие акции, и для нас, и для этой республики, для всех республик это просто полезно, чтобы для себя и для своего здоровья, и также для окружающих. Отметим, что проводилась акция в преддверии Всемирного дня без табака.